Всем привет! Вот очередная долгожданная посылочка. Только недавно вышел у меня ролик со спором насчет кроссовок. Но я не помню, говорил о том или нет. Эти кроссовки я заказал у того же продавца. То есть те же, ту же модель, которую я и хотел изначально. И заказал ее во время спора. То есть спор в тот момент продолжался. Многие говорили, зачем ты это делаешь, он может тебе назло что-то там сделать, не то отправить. Ну вот, опять же, снимаю на видео пакет полностью с информацией. Это специально для того, что если вдруг что. Пакет полностью упакован, видите? Все. Открываем. Вижу то, что нужно пришло. Серые. Так, серые. Это уже хорошо. Плохо, что они без коробки приходят. Так, модель та, которая нужна. Третья. Так, смотрим поближе. Тут эти вот рыбий скелет. Значочек. Xiaomi. Так, очень мне нравится, как они выглядят. Подошвочка. Размер сейчас главное посмотрим. Тут лежит эта фигнюшка. Размер евро 43. Вон там, я надеюсь, видно. Так. 43. Все, значит, тут тканевая вот эта вверх, оно вот так тянется классно, дышит, тут такие дырки прям, ну, на вид мне очень нравится. Мне очень нравится здесь также вот эта часть, вот, на вид они какие-то большие, конечно, 43-й, я вообще ношу 42-й, но когда я померил вот те кроссовки, предыдущие, на которые у меня был спор, они мне показались прям впритык. Палец упирался, прям так чуть ли не вылазил наружу. Поэтому я решил заказать на размер больше. Сейчас померяем их и проверим, правильно ли я сделал. Ну, вообще многие, вот, например, по кроссовкам самый у меня такой в авторитете стрёмный обзор. Есть такой YouTube канал. Так он постоянно берет на размер, даже на 2 больше. Я такого не делал, но вот по прошедшему, потому что мерил в тот раз, решил заказать больше. Так, ну все красиво. Здесь вот смотрите, на язычке 1, 2, 3. Возможно, это как третья версия. Такое они решили сделать обозначение. Они не тяжелые, они довольно легкие. Ну, давайте все-таки их примерим. Так, вот смотрите, я их одел, все нормально. Ну, такое чувство, здесь очень подвижный вот этот верх тканевой. И надо привыкнуть, кажется, что от подошвы они живут отдельной жизнью. Но, в принципе, удобные. С размером, вот мой палец. Вот, видите, он прям при ходьбе идет вперед. Я думаю, если бы был 42-й, это было бы вот так прям на наружу бы вылазил. А так, как раз мне кажется, хорошо. Я их даже не затягивал, вот так одел завязанными шнурками. Ну вот смотрите, как со стороны смотрится. Вот я именно хотел серые, там есть другие цвета, бордовые, например. Мне кажется, серые хорошо выглядят. Вот такие кроссовочки от Xiaomi третьего поколения. Все, ссылка будет под видео в описании. Продавец все-таки это надежный. Например, на Бенгуде они стоят в полтора раза дороже. А такие кроссовки это официальный Xiaomi Mi Store, именно кроссовочный.
Так что альтернатив, мне кажется, даже нет. Кроссовки зачетные. Там есть в этом магазине все и первого, и второго, и третьего поколения. Все, ссылка будет под видео. Всем пока. Так, смотрите в сравнении эти две модели. Вот эта новая, третья, она здесь очень-очень мягкий верх. То есть это как современные вот такие всякие фирменные есть кроссовки, типа носки, да, здесь он очень-очень мягкий. Вот, ну видите, прям сильно растягивается, как носки. Очень мягкий, на ноге легко, приятно сидит. Здесь вот эта часть намного, ну, прям не намного, не кожа, прям, да, но она тверже. Она тверже, особенно бока, здесь вот только тянется вот эта верхняя часть, а бока довольно жесткие. А здесь, ну тоже, да, верхняя больше, бока пожестче, но как-то, в общем, мягче. Вот эта штука мягче на этих, она мягче. Здесь пожестче. По подошве, смотрите, отличие. Здесь, вот в третьих, она потолще. Где-то добавили еще один какой-то слой. Здесь она более тонкая. И здесь, значит, задник. Вот он простой, просто себе задник, немножечко мягенький. А здесь, не знаю, что будет видно, вот прям конкретно вот такое утолщение. Мягкая прям тут часть. Вот. Ну, в общем, более мягкий такой толстенький задничек сделал. Дальше по размеру, смотрите. Я могу одеть и этот 43-й, естественно, и этот 42-й. Этот 42-й, вот, я не знаю, или 42-й, или просто эта модель, вот вторая, да, колодка сама, подошва. Хотя они очень похожи, но они все-таки разные. Она на узкую стопу. Вот здесь все распущено. Вот видите, вообще не зажато. Но нога у меня сейчас как в тисках. Просто вот так очень-очень плотно сжато. Ну и палец вот, соответственно, вот он, впритык. Но одеть я его могу и носить бы мог. Просто очень-очень плотно и, мне кажется, на пределе вот оно бы растягивалось и не знаю, сколько бы выдержало. Вот сравните их по толщине. Видно, да, что эти серые, ну хоть и цвет, конечно, белый он утолщает, но они, поверьте, на ноге, вот здесь, они намного свободнее. Здесь нет такого жесткого вот этого рыбьего скелета, они попроще, ну, помягче. И палец вот у меня вот здесь. То есть, если бы я взял 42-й, я бы тоже, наверное, в них влез. Вот теперь у меня дилемма. Не знаю, что вам посоветовать. Или это колодка такая у второй модели на узкую стопу. Или 43-й, если я бы взял этот черный, тоже было бы мне так же широко. В общем, не знаю. Походил я в них очень-очень удобно. Подошва хорошая, с перекатом. Идти в них одно удовольствие. Ну вот, сравнить. Взял бы я себе 42-й. Не могу, нету. Если было в наличии, я бы померил. А так, нормально, 43-й, думаю, не будет так сильно рваться быстро. Нету такого давления большого пальца. Так что, думаю, нормально. Но, в принципе, каждый по-своему любит носить обувь, кто плотнее, кто свободней. Так что, не знаю, китайцы говорят, берите свой размер. Я вот взял на размер больше. Сложно мне посоветовать, решайте сами. Все, ссылки на обе пары будут в описании. Вы были на канале Загляни по заглям. Всем пока.